Наташа, вы прекрасны. Вы прекрасны, как может, как превиральная фибропластома? Да? А, мне это уже говорили. А вас сравнивали с биополярными соединениями? Одно и то же. Сейчас будешь мне петь про глаза, как фотоны, да? Угу. Вам, ученым, только бы голову задурить бедной девушке, увести ее к чертям. И бросит. Ну, у меня в жизни тоже случались разочарования. От тебя сбежала морская свинка. Ну, предположим, не только она одна. Предупреждаю, кандидатуры молодых и перспективных не рассматриваются. Ну, неужели какой-нибудь старенький академик не обратит внимания на одинокую блондинку? Слушай, что ты сидишь, а? Давай что-нибудь покупай, а? Ты не видишь, я с девушкой разговариваю. Давай. Странно, я давал денег на 5 булочек, а получил 4. Судя по всему, в школе вы ненавидели учителя математики. Угу, физкультурника и физика тоже. Ну, неужели вы не угостите симпатичную девушку булочкой? Так, вопрос на засыпку. А кто брал ключ на вахте? Ну, если у меня его нет, мне тогда на исключение приходим к выводу, что ключ у тебя. Я понимаю, что у меня. А где у меня? Ну, опять же, согласно моей теории всеобщей сингулярности, он лежит в заднем кармане твоих брюк. О, видишь, я же говорил. Извините. Иногда синдром забывчивости сигнализирует о легких склеротических изменениях в лобном сегменте головного мозга. А синдром болтливости говорит о том, что у кого-то длительная половая дисфункция. Слушайте, что, почему вы так вот здесь вот ходите туда-сюда, как будто меня здесь нет, а? Я, между прочим, серьезным делом занят. Вот. Качественные перестройки и метаморфозы различных объектов. Угу. При изменении параметров. Простите, вот здесь бифуркация, а вот здесь интроверт. А здесь приближенное значение функции, это экстраполяция. Здесь чихуахуа, здесь престидижитатор. А вот здесь калипсо, вот здесь аркан, а вот это новохудоносор. Сэр. Умный, да? Умный, да? Зачем тогда человеку совсем чистый кроссворд портить, а? Слушай, иди куда шли! Да! Я раскопал в могилу мутантов! И теперь я владелец клинка! Да! Теперь я глава клана и властелин клинка. Таки предатель, Гази. Заплатил деньги и предал. Антииуда. Извините. Иногда синдром забывчивости сигнализирует о легких склеротических изменениях. Качественные перестройки и метаморфозы различных объектов. Угу. При изменении параметров. Простите, вот здесь бифуркация, а вот здесь интроверт. А здесь приближенное значение функции, это экстраполяция. Здесь чихуахуа, здесь престидижитатор. А вот здесь калипсо, вот здесь аркан, а вот это новохудоносор. Сэр. Умный, да? Умный, да? Зачем тогда человеку совсем чистый кроссворд портить, а? Слушай, иди куда шли!
И все-таки из нас таки получилось функциональное производное. Лежать на диване, ничего не делать. Я мечтал об таком со школы. Так, предлагаю на ужин сегодня приготовить яичницу с селедкой. Оба продукта богаты селеном, что полезно для умственной деятельности. Ну, а для любителей экстрима потом козье молоко. Я буду. Как говорил мой дядя Гриша с мясокомбината, одна голова хорошо, а две уже холодец. Купим две кровати, заживем. Придурки. Вы чего тут делаете? Я вас вторые сутки ищу, ё-моё! Не понял. Тебе ничего понимать не надо, ё-моё. Ключи тебе были дадены? Так точно надо отвечать коменданту. Так точно. Товарищ комендант. Товарищ комендант. Ё-моё. Я вам тут устрою. Эфиопы. Без яблока Ньютона не знали трех законов, а Дионис доказывал, что истина в вине. Гагарин в космос полетел, а Галилей землей вертел, а Менделеев химию придумывал во сне. Папа придумал радио и перевел на стадию, когда все смотрят телек и слышат рок-н-ролл. Но годы пролетают, и наши дети знают таблицу умножения и дед пешком под стол. Наука.